Глава региона пообщался с курсантами и преподавателями вуза и осмотрел учебные классы. В аудиториях установлены комплексы тренажеров, которые имитируют судовое оборудование, в том числе и симулятор управления кораблем. Как отметил губернатор, сегодня это важно для того, чтобы курсанты получали не только теоретические знания, но и практические навыки. Всего сегодня в Морском университете обучаются более 7 тысяч человек по 30 различным специальностям.